Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 6 июля 2023 года. И мы провожаем нашу принцессу Адель в новый дом, в новом костюме, который заказала мамочка Аделечки на вырост. Покажите Аделечку со всех сторон. Шапочка с отворотиком, с помпончиком. Свитер тоже с отворотиком на шее. Рукава, так скажем, не короткие. На попе у нас рюшки. В общем, мы влезли и, в принципе, можно сказать, ну так, не сильно на вырост, но с запасом. Мы сильно-то, в общем-то, и не вырастем. Мы уже выросли, по факту. Вот. В общем, в принципе, вот так как-то. Ну, теперь можешь раздеть Адельку. Вторую шапочку мы связали для подружки Адельки на заказ. Тоже заказала мамочка Адели, потому что Аделька будет жить с подружкой, с тойтерьером такого же возраста, как Аделька. Значит, едет Адель у нас в Тюмень, компании Pets Tour, поэтому мисочка под еду, корм в дорогу, пеленки в дорогу. Ехать ей 3,5 суток, кажется. Подарок от фирмы Royal Canin. С мамочкой Адель мы спишемся по WhatsApp, пришлем ссылочку на скидочки на корма Royal Canin. Документы на Аделечку лежат вот в этой коробочке. Ветпаспорт, метрика щенка, подарок от фирмы Royal Canin, книжка по уходу за щенками. Ну все, отпусти Адельку, покажем девчонку нашу веселую, развеселую. Так, сюда еще добавим мешок корма, который в дороге она будет кушать. Все, отпускай. Так, это все я упакую вот в этот пакет. Такой пакет должны будут передать курьеры от фирмы Pets Tour Аделькиной мамочке. Все, убираем в сторонку. Любуемся на Адельку, желаем ей долгих-долгих лет жизни в новом доме. Да, желаем ей подружиться с ее новой подружкой, чтоб ей было так же весело, как у нас. Она у нас любит гулять, не боится грозы. Я уже снимала видео, как они под громом и молнией тут на крылечке нюхали воздух. Вот такая шелопопая принцесса Делька. Сестра, которой практически точная копия, только покрупнее. Еще пока ждет мама. Дай животик покажем, как мы подзажили. Мы по просьбе мамочки Аделькиной. Мы ее кастрировали перед отправкой в новый дом. Ну и вот все, что осталось. Тут корочки отвалились, и все. И все, вот скажи, что у нас осталось от операции. Зубки сменились, зубки красивые. Беленькие. Все, Даська, забегай, дай повеселиться. Курносенькая, родничок закрыт. В общем, девчонка конфетка, вес 1,6 кг. И, собственно говоря, она такая смотрится толстушечка, но это не жирок, это просто такой тип телосложения, так называемый коби-тип. Вот такая вот курносенькая, красивущая. У нас еще в помете остаются ждать мамы пап кремовые ребята, курносые, широкомордые, Анжелика Ален Делон. Также еще атаманчик коричневый, мальчик ждет мамы, пап. Атаманчик стоит 50 тысяч рублей. И есть еще Афродита. Афродита, Ален Делон, Анжелика стоит дороже. Но вот Ален Делона мы тоже сделали скидку. У него после смены зубов уехали. Плотно прилегают нижние резцы к верхним, вперед. А должно быть, чтобы верхние прилегали к нижним. Верхние вперед, нижние вниз. Но они прилегают плотно. Это не вы, ну, это называется перекус, но это не то, чтобы вы из челюсти там на какой-то сантиметр. Там даже зазора в спичечную головку нет. Вот такой вот кайфушный ребенок. Очень ласковая, очень веселая, очень классная, крошечная, компактная, малюсенькая. Я понимаю, что видео увеличивает. Ну, вот даже по соотношению к руке взрослого человека. У моего мужа не самая огромная рука. По крайней мере, в общем, пес малепось, крось, лапки толстые, девка красивая. Далеко, конечно, девчонки ехать. Последний раз Боженко ехала, как мой муж сказал, ее посадили в верхнюю, как он, куда они сказали? Ну, под кондиционер. Посадили ее наверх, потому что она весила всего 1,2 кг. Ее посадили под крышу, под кондиционер, и приехала она с соплями. Потому что жарко, да. Так что вот, я думаю, может быть, 1,6 кг они не будут совсем уж там наверх заталкивать. И мы доедем без соплей, скажу, да. Может, тут загораем, он все пузо в пятнышках. Это загар.
Я об этом много раз рассказывала. Вот эти пятна на животике – это загар. Нос у нас коричневый, поэтому пятна у нас тоже, соответственно, такие рыжие и коричневые. Зимой это пройдет, пузо станет розовое. Это не заболевание. Некоторые люди, кто первый раз держит чихуа, например, купил щенка зимой, а летом она улыбается. Она улыбается. Хвост не останавливается. Белый кончик хвоста. Ну, в общем, девка красота. Да. Скажу нет. Улыбака, во. Кривляка, улыбака. Ой, попрыгушка и шпулька. Веселая девчонка. Дорогие друзья, я на этом с вами прощаюсь. Нам надо все практически. Мы спаковали все сумочки, пакетики в дорогу. Сейчас все это уложу, сложу аккуратненько. И будем тоже ложиться спать. У нас уже вечер. Завтра рано-рано вставать, потому что нам до Санкт-Петербурга ехать еще практически 3 часа. И надо успеть к отправке. В компании Pets Tour это обычно в 9 утра они уже отправляются от гостиницы Пулковская. Ну вот в данной ситуации в Тюмень. Вот, поэтому нам встать надо часиков 5, чтобы все тихонечко собрать и поехать. Поэтому на сегодняшний день я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в новых видео. Всем пока-пока и до новых встреч!